нравится в Киев приезжать на гастроли, честно вам скажу. Я очень люблю город. Я приезжаю, у меня когда даже было даже такое желание, такое внутреннее, хотел купить квартиру в Киеве. Честно говоря, я начал там интересоваться, там, где что там, чего, где можно, какие-то друзья есть в Киеве. Я служил Коля Рибаконь, у меня есть такой дружок. Вот, мы, правда, недавно не виделись, мы в одной части слушали, в одной роте. Ну, так сказать, да. Он хороший парень такой, замечательный киевлянин. И Киев для меня, ну, очень родной город. Я себя чувствую там, ну, совершенно, как будто я родился там, что ли. Я иду по улицам, захожу в магазины, кругом приветливые люди, приветливые. А уж такое количество красивых женщин, что голова просто, ну, уже, когда ты вечером...